Всем привет, дорогие друзья, с вами Локи, это DayZ Standalone, и продолжаем, а точнее сказать, наверное, заново начинаем выживать, потому что произошел вайп именно моего персонажа, меня откинуло, и снимать вместе с Тони сейчас у нас как бы, ну, мы подумали, что смысл по одному снимать, будем снимать пока по отдельности, если Тони вообще будет. Ну, а меня, как поскольку многие просят снимать даже одиночные забеги, я вот решил поснимать. У меня есть немножко еды, немножко питья. В принципе, это все не в очень хорошем качестве. Ну, хотя вот это странно, это все нормально. А вот питье, вот это вот еда, они не очень хорошие. И сейчас в этом сути нет, потому что, друзья, сейчас... Персонаж особо не болеет. Вот он хочет попить. Давайте сейчас сядем под дерево. Немножко попьем. Вот у нас есть в бутылке пока. У меня теперь персонаж чернокожий, в шапке-ушанке. Такой вот он парень с топором за пазухой. И сейчас я отправляюсь, друзья, в Красностав. Потому что только... В принципе, в аэропорту можно что-то такое довольно-таки неплохое найти из лута. Вот. И поэтому, друзья, поскольку я резнулся не так далеко отсюда, я вот пока шел, немного набрал вещей, те, что были, и то перебираясь с разных серверов, потому что... Я обошел сначала все Березино на одном сервере, не нашел вообще ничего. Потом перешел на другой, пошел дальше, и вот так по домам, по стройкам. Просто нашел вот пару вещей. Сейчас на сервере народу, в принципе, не очень много. Поэтому есть возможность того, что нам повезет, и будет какой-то лут. Ну а если не повезет, придется бежать куда-то дальше. Посмотрим, посмотрим, сейчас... Давайте топор уберем за пазуху, смысла от него нет, потому что если начнут стрелять, топор нам никак не поможет. Вот. А по поводу того, что собираются вводить в игру, давайте пока бегу, поговорим о том, что я слышал. Слышал я то, что вводят, собираются вводить транспорт, и в связи с этим выживать будет еще тяжелее. Также собираются вводить самодельное оружие, такое как луки, возможные копья, по-моему, что-то такого плана. И в связи с этим будут понижать вероятность выпадения и... Ну, не выпадения, а просто вот спавна, короче, всяких различных оружий, которые есть уже в игре. Это М4, это... Ну, в общем, все огнестрельное оружие будет выпадать очень редко где-либо. И в основном будет возможность выживать это именно за счет каких-то самодельных оружий, за счет... так сказать, своего опыта. Вот какая-то ошибочка вылетела у нас. Сервер не русский, поэтому чувствуются какие-то подлаги в плане именно пинга по ходу дела. Ну, ничего страшного. Главное, чтобы в аэропорту нас это все не подвело. А вот здесь вот куда лучше бежать? По-моему, мы тогда сюда бежали. Или туда. По-моему, вот эта дорога вообще в никуда ведет. Хотя вот там какая-то то ли цистерна, то ли что-то есть. Давайте посмотрим, пробежим сначала сюда, потому что я тогда помню, мы к деревне прибежали. Вот. Так что, ребят, разработчики также очень хотят ввести это справление нужды по маленькому и большому. Не знаю, будет ли это реализовано или нет. Блин, куда мы вообще бежим? Мне, честно сказать, даже сыкотно.
Потому что как-то аэропортом это мало попахивает. А, это корабль, ребят. Вот, кстати, давайте-ка на него тоже заглянем. Как-то один раз в серии мы с Тони уже были там. И на этом корабле можно что-то найти тоже. Для кого это будет в новинку серия, подписывайтесь, ребят, комментируйте. Делитесь вообще своим мнением по поводу игры, игрались ли вы в нее. Будет интересно почитать, потому что многие стесняются написать, или у кого-то еще нет игры. Также делитесь какими-то своими положительными мнениями по поводу того, что будут вводить в игру. Мне тоже это интересно, ребят, потому что игра сейчас на альфа-версии, и мне интересно узнать, что в ней может быть и что в ней планируют сделать, потому что не всегда есть время где-то что-то прочитать. А благодаря вам и вашим комментариям каждый для себя может узнать что-то новое, в том числе и я. Для этого, собственно, комментарии-то нам и нужны, чтобы делиться чем-то друг с другом. Так что не стесняйтесь, друзья, пишите. Пишите в группе, на канале. Только не мне в личку с «Привет, как дела?». Потому что это уже, честно, поднадоедает. Ну вот мы добрались до корабля, честно сказать, немножко очко жмет. Потому что здесь такие горы, где может прилететь что угодно, откуда угодно. Так что топор у меня наготове. Обходим. Здесь вода, я не хочу промочить ноги. И поэтому надо как-то сейчас аккуратненько тут вот пробираться. Так, вот камни, да? Давайте по ним. Нет, кажется, по ним у меня не получится пробраться. Хотя нет, нормально. Так, пока вроде никого не видно. И не слышно. Но это только пока. Сейчас, я думаю, мы вот сюда сядем и немножко осмотримся. Нет ли какого-то движения на корабле? Вроде нет. И горы пустые. Хочется, конечно же, побыстрее его осмотреть и возвращаться обратно, но быстро, как вы понимаете, такой корабль тоже не осмотришь. Ну и плюс есть вероятность того, что здесь кто-то может быть. Так, быстро едим, друзья. И тем временем, пока едим, осматриваемся. Все, топор в руки. Пошли. Так, вот тут уже что-то лежит. Это коричневая шапочка. Но у нас есть шапка-ушанка. Вот с лестницами нужно быть очень внимательными, дорогие друзья, потому что лестница в DayZ — это своего рода новая смерть. Можно так с нее свалиться, что и не рады будете. Вот тут что-то есть. Штаники в плохом состоянии. Пройдем сюда. Поглядим, есть ли здесь что-то. Так. Тут ничего. Внизу вроде тоже ничего не видно. Ладно, давайте отправляться на само судно, туда наверх. Ой-ой-ой, я чуть не свалился, друзья. Вот сейчас бы было очень эпично рухнуть просто так. Так, мы, друзья, на палубе. И начинаем осматриваться. Ничего нет. Здесь есть нож. Но я думаю, нам он
нафиг не нужен. Колбасы у нас нет, в булке тоже. Есть фруктик, я думаю, он гнилой, да по нему даже видно. Хотя написано, что нормальный. Ратан, нет, это испорченный. Зелененький, это значит, что он, скорее всего, не отравлен просто. Так, это что? Посмотрим. Это патроны. Патроны нам пригодятся, я думаю, можно взять. Лишним не будут. Показано красное соединение, ну, ничего. Так, давайте подниматься еще выше, здесь какая-то не очень удачная палуба. Так, там ничего, тут у нас тоже ничего, здесь пусто, и тут тоже. Что-то, друзья, нигде и ничего. Обидно, честное слово. Так, тут спуститься-то можно? Ну ладно, хотя бы так. Так, осмотрим здесь. На корабле тоже ни черта нет, да? Сюда нам не подняться. Давайте посмотрим. Там вот что-то есть? Или нет? Так, здесь-то мы были как раз. Значит, надо еще поднимемся повыше. Здесь есть еще одна лестница. Как раз ведущая, по-моему, к... Так, что тут? Тут ни черта. О! Прицельчик. Ну, возьмем пока на всякий случай, как бы он не лишний. Место у нас пока свободное есть, а уж если что-то найдем, на то, на что не будет хватать места, тогда уже выбросим. Так. Бесит меня эта пустота уже, где просто ни черта нет. Так, либо мне показалось, либо там кто-то бегал. Так, что у нас здесь? Это камень. Зачем камень? Я же не в расте. Вижу кобуру. Напялим ее на себя. Возможно, кстати, друзья добавят, чтобы в кобуру можно было запихивать банан. Для прикола. Не знаю, зачем. Типа лишнее местечко. Все дела. Давайте попьем. С питьем у нас не ахти. Ну, как видите, на корабле получилось так, что особо ни черта нет. Вот. И поэтому пора валить отсюда. Есть еще, конечно, одно место. Это нижняя палуба. Как раз туда я сейчас спущусь. Там есть вероятность того, что что-то будет. Но эта вероятность мала. Смотрю, 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 смотрю. Тут ничего. У меня такое чувство, что здесь просто уже кто-то был. И то, что было, просто забрали. Так, вот это что? Это у нас дрова. Зачем мне дрова? Внизу есть башмаки. Давайте спустимся. Посмотрим, что за обувка. Ну, ну-ка. А, испорчено, ясно. Ладно, все. Пора отсюда валить. Пора валить.
Ну и как я говорил, здесь особо ничего интересного не оказалось. Сейчас посмотрим еще с этой стороны. Тут вот что-то есть. Так. Порвали мы на бинты. Так, что тут? Это просто тень. Изящная такая. Луч света, падающий в никуда. Так, тут ничего. Стопэ, мокасин, жалко, не красный. Ладно. Тут-то, может, хоть что-то есть? Нет, тоже ничего. Все, валим отсюда. Как отсюда выйти теперь? Вот в чем вопрос. Смотрим, 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 где я тут заходил-то. Так, о, фруктик гнилой. Ну, по-моему, отсюда поднимались. Сейчас бегаю еще, конечно, на нос корабля. Эй, нет! Нет, он просто сам соскользнул, утырок. Вот о чем я вам, друзья, и говорю. Он просто уехал вниз. Бывает такое. Я опять умер. Ох, что ж с тобой делать-то, дружок? Вот мы и сходили на Красностав. Это был отличный поход. Корабль, мне кажется, просто превосходный. Вы видели, я просто поехал, как на эскалаторе. И причем, что я жал в бок, а он не реагировал. Пожалуйста, подождите. Вот наш дряхлый труп показывает. Нажмем выход. Это просто что-то невообразимое. Давайте играть. Играть. А, ну, он не хочет выбирать сервер. Окей, давайте посмотрим что-нибудь еще. К примеру, вот. Нет, друзья, это просто какой-то дикий фейл. Не удалось запустить. Ладно, друзья, давайте тогда увидимся уже в следующей серии. Я попробую еще где-нибудь побегать, посмотреть. С вами был Локи, всем спасибо за просмотр, ставьте побольше лайков, оставляйте свои комментарии, почитаем. Всем спасибо и пока-пока.